Добрый день, друзья! В мире самолетов от Wargaming проходят игровые активности, во время которых необходимо выполнять боевые задачи на получение определенных достижений. В этом видео рассмотрим условия получения достижения «Небесный воин», а также советы, которые упростят сам процесс получения. Для получения достижения «Небесный воин» необходимо выполнить следующие условия. Достижение можно получить только на тяжелых истребителях с 4 по 10 уровень. Необходимо получить 375 очков захвата в боях за территории за один бой. А теперь несколько рекомендаций, которые повысят шансы на получение достижения «Небесный воин». Для начала давайте обозначим, что очки захвата начисляются за уничтожение защитников и самолетов противника при атаке и защите территорий, а также уничтожение наземных объектов. За уничтожение целей начисляются очки захвата. 40 очков захвата за уничтожение защитников, 60 очков за уничтожение самолетов противника и от 15 до 80 очков захвата за уничтожение малых, средних и крупных наземных объектов. Самый простой способ получения достижения «Небесный воин» – это уничтожение тяжелых самолетов-защитников и бомбардировщиков противника. Ведь находясь именно на больших высотах, тяжелые истребители чувствуют себя в большей безопасности, а в случае угрозы могут выйти из-под огня под прикрытием оборонительных турелей. Вариант уничтожения штурмовиков противника и наземных объектов также возможен, но он более опасен, так как находясь на малых высотах, тяжелый истребитель будет под огнем более маневренных легких самолетов-защитников, истребителей и многоцелевых истребителей. Как и ранее, рекомендую использовать наиболее комфортные уровни боев. 4, 5 и 6. И, конечно, используйте самые сильные и наиболее приятные для вас самолеты. Выбрать такие самолеты можно, проведя анализ своей статистики. Для меня быстрее и проще получить достижение «Небесный воин» на французском тяжелом премиум истребителе 5 уровня Essencos C100 или веточном немецком тяжелом истребителе 6 уровня Messerschmitt Mi-410 Hornet. Эти тяжелые истребители просты в применении и одновременно максимально эффективны в уничтожении воздушных целей. Обладают мощным пушечным вооружением, имеют высокую скорость и длительный форсаж, а также оснащены мощными оборонительными турелями. Важно, что достижение «Небесный воин» можно получить за любое количество вылетов за бой. Но все же, чем больше времени вы в бою, тем больше заработаете очков захвата. При возрождении выбирайте лучшие точки, которые максимально быстро позволят зарабатывать очки захвата. Если у кого-то есть дельные советы, которые помогут ускорить получение достижений «Небесный воин», буду рад обсудить их в комментариях. А теперь предлагаю вашему вниманию бой, в котором я всего за 5 минут получил достижение «Небесный воин» на немецком тяжелом истребителе 6 уровня Messerschmitt Mi-410 Hornet. Всем мира и добра, и до новых встреч на нашем канале.